В Москве разыскивают злоумышленника, который накануне вечером ограбил отделение Сбербанка. ЧП случилось на юго-востоке столицы, на Волгоградском проспекте. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение финансовой организации, когда там уже не было посетителей. Ранил девушку кассира и администратора из пистолета и заставил сотрудников открыть хранилище. Оттуда он забрал 10 миллионов рублей и затем скрылся. Все произошло за считанные минуты. Охрана, вызванная с помощью тревожной кнопки, прибыла уже, когда преступник скрылся. В полицию обратились очевидцы. Я думал, сначала наверху кто-то, соседи дерутся, а потом решил, посмотрел банк. Открыли дверь, девушка выходила, кровь была у нее. Вообще, кричала: помогите, банк ограбили. Это люди, которые мимо проходили, то есть, скорее всего, они тоже там полицию позвонили и так далее. Вот кнопка позже была нажата однозначно после того, как уже все это случилось, скорее всего. Потому что я приехал, никого уже не было.